Из-за холодов омские дальнобойщики не смогли добраться до места назначения в Ямало-Ненецком автономном округе. Машины попросту встали в минус 64 градуса. Колонна из 5 фур остановилась под Ноябрьском на Карамовском посту, который водители между собой называют «адскими воротами Ямала». Неполадки с техникой случились еще в воскресенье. 2 дня водители пытались реанимировать автомобили самостоятельно, отогревали перемерзшие агрегаты и пытались запустить двигатели. Удалось это не всем, а стало заканчиваться топливо, еда и деньги. Не дождавшись помощи от спецслужб, дальнобойщики забили тревогу в социальных сетях. Благодаря этому посту откликнулись парни с Ноябрьска. Они привезли нам бытовку для обогрева с буржуйкой, если у кого машина заглохнет, чтобы там можно было жить. Также привезли нам продовольствие, привезли газовые баллоны, привезли воду нам. Воду нам здесь в кафе продавали, в одном из кафе, по 20 рублей за литр из-под крана. В Главном управлении МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщили, что всего на трассе из-за холодов встали около 20 автомобилей. По мнению спасателей, ситуация была далека от чрезвычайной. Они поддерживали связь со всеми, кто оказался в сложном положении. За помощью к медикам никто, по их словам, не обратился.